Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Я забыла шляпу, ты понимаешь? И мы опять звоним, посралась, короче. Настя, я тут плачу, а ты мне кажешь. Не, ну это нормально, скажи мне. Это вообще нормально. Я посварилась с Иваном. Забыла шляпу. Как вы есть, вообще отлично. А ты уже на работу пришла. Я только пришла домой. Я посварилась с Иваном, забыла шляпу. Ты мне тут кажешь. Вообще, прикольно, блядь, сейчас буду закончить. Як не плакать? Я с Иваном посварилась. Не добью эту слезу, короче. Настя, ты же с Иваном посварилась. Ну, что я сделаю? Не, ну это нормально, скажи. Кстати, очень-очень мало. Да не, ну думаю, что мы помыримся. Мы слишком часто сварим, чтобы мыриться. Но я шляпу, короче, у меня забыла уже. Ужас, прям ужас. Андрей Водоневский, ты что, не спишь? Блядь, падла, даже хоть бы шляпу мне видать. Сволочь, добавить мне до слез вечно. Вечно мои ихты за листу. Да, все, вечно мои ихты за листу слезам. Хоть раз подал бы мне нормальный отпечат. Вечно моим на 200 до слез. Я психула. Птички, мы ночью заплакали. Короче, двигал, мне падало до слез. Я, короче, плакала. Такая, спорно такая. Ну, понимаешь, это уже слишком долго, чтобы прохтись брат. Ну, я знаю, что мы бы только одну тижню. А то хвиток, все будет нормально. Я спокойна, короче. Все будет добре. Божечки, мене одна людина. Ужас. А це тільки 3 часа, обычно у мене в 6 годині ранку, тут куча людей. Ну так, да, все міняється, я вже дуже привикла. Дуже привикла до нього, дуже, прям дуже. Тож біля мене Настя. Настя, покажи сиськи. Ну, не хочу показывать сиськи. Хоть что-то радует жизнь. Ну да, ты понимаешь. Ой, блин. Короче. Обидно, конечно. Я колготки даже порвала. Я такая нервная была. Всем написала, короче. Хоть бы радость в дом. Не, у меня такая злость была, что я прям в своей когти, короче, вытянула.
Да не хочу. Ты думаешь, я сейчас засну? У меня сейчас такие нервы, что у меня прям телепы. Шляпу в нього не зло, бо не так обідно було, короче. Та я тридбулих сім'ї ще не буду спати.